хочу с вами решить такой вопрос. Вот издана книга новая, буквально вот она в этом году посвящена 85-й годовщине нашего авиационного объединения «Атланты Преамурья». И большинство тех проблем и вопросов, которые, так сказать, мы с вами сегодня обсуждали, Николай Николаевич, вот в этой книге, автор ее, председатель организации «Дети войны» Воробьев. И я зачитаю Николаю Николаевичу Платошкину с глубоким уважением от комсомольчан и автора книги, конечно. С пожеланием успеха в работе и борьбе за повышение уровня жизни людей в России. И в Комсомольске в том числе. Пожалуйста.